Всем привет! Приветствуем вас на нашем канале. Завтра, 21 октября, в нашем городе начинается волшебный праздник светового шоу. В очередной год наш город засияет разноцветными цветами для жителей, гостей и туристов. Конечно же, будут стоять палатки с вкусными напитками, вкусной едой, что добавляет празднику своего волшебства. Девочки пробуют киндер-пунш, детский пунш. Это виноградный сок горячий. Он очень вкусный. Вкусно, но горячо. В нашей семье все очень любят деруны, драники, райбекухен. И в Германии их очень неплохо готовят. Вкусно. Вперед, девочки. И да, мимо фонтанов мы не проходим. Жители нашего города и взрослые, и дети всегда с нетерпением ждут этого праздника. Естественно, будет огромное количество туристов. Для них и устраивается это световое шоу. Сейчас вы видите ролик с прошлого 2021 года. В связи с экономией электроэнергии в этом году предполагается израсходовать на четверть меньше электроэнергии, чем в предыдущие года. Город будет гореть в будние дни до 22:30, в выходные до 23:00. В предыдущие года освещение работало до 24:00. Это у нас парк-отель Энгельсбург, и они показывают красивую сказку «Рапунцель». Если у вас есть желание и возможность, обязательно приезжайте. Будет красиво, торжественно, волшебно. Это музыкальная школа, куда ходят наши девочки. Гости города смогут посетить бесплатные экскурсии и узнать интереснейшие истории о нем. Регистрация на экскурсии будет проходить ежедневно с 17:00 прямо на стойке возле Ратхаус-Плац. Ежедневно будет проводиться 5 экскурсий по городу с 18 до 20:00.
В данный момент девочки мои бегут посмотреть, как светится гимназия, в которую они хотят попасть. Там прям классный раунд видно. Вот эта гимназия, в которую мы все-таки попали. Это очень старое, древнее, красивое здание. В Recklinghausen-Leuchtet в этом году впервые произойдет шоу дрона. В конце и в начале мероприятия 50 дронов со световым шоу будут рисовать фигуры и движущиеся изображения в небе прямо над ратушью. Этот магазинчик детских игрушек и детской одежды я уже показывала в каком-то ролике. Здесь очень прикольная одежда для деток, так же как и игрушки. Это ратушь нашего города, города Recklinghausen, и она одна из самых красивых ратушей земли Северной Рейн-Вестфалии. В этом году проецируется новый световой фильм на тему «Мобильность». Шоу можно будет увидеть ежедневно с 18 до 21.00, каждые полчаса. Еще в этом году организаторы подготовили новинку. Под открытым небом на Кирхплац пройдет вечеринка, на которой местный диджей Мугвай выступит со своими треками. Если это вам интересно, то вечеринка состоится 5 ноября в субботу. А в воскресенье 6 ноября будет открытое воскресенье, то есть будут работать все магазины нашего города. Добро пожаловать! Recklinghausen-Leuchtet – это реально круто! Во всех ратушах Германии обычно находится ЗАГС, где регистрируются новые счастливые семьи. Вот такая необыкновенная красота проходит каждый год в нашем городе. И, конечно, большое спасибо всем за просмотры, всем здоровья, удачи, благополучия, мирного неба и всем пока-пока!